Всем привет! Вы на канале Анюта Тут. И сегодня у меня большая радость. У меня родились двойняшки. С розовым бантиком это Алинка. А с зеленым бантиком это у меня сынок Артем. И ко мне приехала бабушка помогать с ними управляться. Ну, давайте. С улицы зашли, надо их положить, чтобы отдохнули. Давай, ложи Алиночку. Алинка моя. Анечка, внученька, ты развязывай бантик этот немножко, чтобы они отдохнули. Надо жарко. Ой, Артемка, как похожий на свою маму, на папу своего. Ой. Вот так развязали бантик. Ой, Алинка какая красивая наша девочка. У нее такие пандочки. Такая кофточка с пандочками. Ой, Алиночка. Вот такая у нас Алинка. Такие маленькие пальчики, такие ноготочки, складочки. Лучки лозенькие. Вот, смотрите, какие у нее лучки лозенькие. Сосочки лозенькие. Ой, сосочки. Ой, какие они хорошенькие. Да, такие блёвки. Ой. Реснички. Красавица Алина, Артёмушка. Шапочку снять. Ой, а волосики какие. А у васлячок. Да, длинные волосики. Да. Ты одела Алинке сразу и заколочку, да? Да, там заколочка есть. Артёмка пописал. А ну-ка, надо его. Ванночкой помыть, обкакался. Ничего, все какают. Вот так мы помоем, чистенький теперь Артемка, молодец. И весело теперь, да? Застегнуть, чтоб не замерз. Ах, молодец. У них такие же. Посмотри, глаз... Алинка не пописала? У них такие же глаз. Еще нет, наверное, у да? У Алинки боди, да? Да. И не снимай, просто посмотри. Нет, сухая она. Да. Она в боди, такая бодрствует, такая красивая. У нее такие же волосы, как у своего блатика. Дай-ка салфетку, я их протру. Хорошо. Себе возьми и мне. Сейчас. Ой, да. Теперь у нас большая ответственность. Надо... Да. Вот так, головку что-то запрокинулась. Слюньки вытирай. Слюньки. Ой. Вот. Вот их бутылочки. Давай накормим. Это. Давайте. Ой, кушать хотят. Ой, вот так. Ой, мои золотые. Ах, мои внучата такие красивые, а. Вот так держим их бутылочку. Артемка ногами это дрыгает. Ой, ты мои золотые, а. Покушал. Здесь есть плямы такие. Да, плямы. Там по граммам. Да, дай по горшочек, граммам. Я Алинку посажу. Да, вот у них горшочек. А то Артемка написал. У них такие же... Алиночка. Такого же цвета глазки, как у меня. А, да, пускай пободрствует хорошо. Да. Боди, расстегни ей, Алинки. Так где она? Ага. Вот так. Все. Вот так. Алиночка пописает на горшочек. Молодец. Все, придержи спинку, она чтоб не упала. Все. Придержи. Давай ей куртку снимем, а то жарко. Да, уже жарко. Пускай пободрствует. Аля, как хорошо. Вот, пописала, горшочек убери. Ну, сначала надо застегнуть ее. Давай я салфеткой протру, здесь ей все, попочку, все я хорошо. Давай, застегни боди. Анечка, застегни так, свои. Ой, что-то заплакала на сосочку. Сосочку. На, Артемочка, сосочку. Ой. Артемка уже, смотри, покушал, как ему весело стало. Такая жесть.
Расчесывай, ага. Блестящие волосы. У Алинки волос длиннее, чем у Артема. Ну надо же. И смотрит, смотри в камеру. Помаши, Алина. Ай, привет! Ребята, привет! У нее такие красивые черненькие волосы. А, как хорошо им. Артемка что-то хочет сказать. Агу, агу, агу. Ай, хорошие какие ребятишки. А у Артемки даже этот слюнявчик. Иди собачки. Да, мальчик же. Ай, Артем, какие ресницы большие. А у нее пандочки. Алинка тоже что-то хочет сказать в камеру, а? Агу, агу. А ребята, привет. Ребята, привет. Мы хорошие ребятишки. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Нажимайте на колокольчик. Бай-бай. Пока.